Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на 5-м юбилейном фестивале художественной гимнастики «Алина-2013». Я Дмитрий Губерниев, и рядом со мной духовный организатор, вдохновитель этого грандиозного шоу, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Алина Кабаева. Алина, привет! Здравствуй, Дима, и здравствуйте, дорогие наши зрители. 5-й юбилейный фестиваль. Поменялась концепция. Я знаю, что ты преподнесла массу сюрпризов. И сегодня мы видим главную героиню этого фестиваля. Маленькую девочку, которая пытается познать мир через спорт, который делает свои первые шаги, но, как мы видим, пока не получается. Пока не получается. Пока не получается, и мы хотим сказать через эту девочку, что не бойтесь делать первый шаг. Он всегда сложен, но победа всегда впереди. Победа всегда впереди, особенно у этих детей, которых мы сегодня увидим. Это 800 человек со всех уголков нашей страны. И, насколько я знаю, мы традиционно увидим и в этом году представительниц Болгарии, Кубы и Азербайджана. Международный фестиваль «Алина-2013». Но что мы видим, Алина? Неужели девочка опустила руки? Ну, знаешь, Дима, конечно, она, вот мы видим сейчас, что она расстраивается, но мы всегда знаем, что находятся правильные люди, которые могут в нужный момент тебя поддержать. И, внимание, похоже, что сейчас как раз и наступает тот самый нужный момент. Девочка видит всю красоту окружающего нас мира. Она не боится, она идет навстречу прекрасному. Да, Дима, мы видим, что она идет навстречу прекрасному, но и мир идет к ней. А дальше девочка бежит за звездой. Вот так и для каждого из нас очень важно верить в собственные силы, верить в свою звезду и верить в тех людей, которые находятся вместе с нами и которые могут помочь. И вот сейчас на помощь этой замечательной девочке, нашей героине, приходит прекрасная фея. И она откроет двери в волшебный мир художественной гимнастики, мир спорта, красоты, грации. Давайте посмотрим.
Браво, Алина! Ты прирожденная фея. Да, Дим, наверное, каждая девочка мечтает стать феей. Я думаю, что фея должна нести добро. И не только фея, но и все мы с вами. А сейчас, внимание, мы увидим жителей этой прекрасной планеты, которые уже многое умеют и готовы научить нашу героиню. Вместе с Николаем Басковым. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне верю и не верю? Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носить? Как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Но я где-то плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. И пришло, и сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне до встречи этой? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била. Лишь бы все, это все не напрасно было. Танцуют все! Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. А сейчас такой важный и очень волнующий момент. Вместе с феей наша главная героиня делает свои первые шаги на гимнастическом ковре. И сейчас у маленькой девочки все получается. И она начинает свой путь в волшебный мир художественной гимнастики. На сцене казанские детско-юношеские спортивные школы «Ника» и «Приволжанка» вместе с группой «Фабрика». Кто ошибется, кто угадает, разное счастье нам выпадает. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я привыкаю, я тебе рада, ты не узнаешь, да и не надо.
ты не узнаешь и не поможешь, что не сложилось, вместе не сложишь. Ты не узнаешь и не поможешь, что не сложилось, вместе не сложишь. Такая трудная штука, то дальнозорко, то близорука. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным, черное белым, белое черным. В нашем следующем номере принимают участие 120 детей из Краснодарского края. Это сборная команда Геленджика. Это ФСК «Грация» из Краснодара. Это школа «Виктория» из поселка Выселки. Это юшор по художественной гимнастике города Краснодара и сборная команда Мостовского района Краснодарского края. А помогает нашим детям Александр Маршал. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везенье не уповай. В горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. А сейчас мы погружаемся в подводный мир вместе с дюш номер один Краснодара, школой номер один столицы Динская Краснодарского края и детско-юношеской спортшколы «Юность» города Кропоткин Краснодарского края. А поет группа «А-студио». Золотые сундуки, корабли лежат разбитые, сундуки стоят.
оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Вообще, хочу сказать, в нашем фестивале нет ничего случайного. Вот и участие гимнасток из Болгарии, причем на протяжении всех лет. Это не случайность. Я очень давно знаю Нешку Робеву, знаменитого тренера по художественной гимнастике. Как раз следующий номер поставила сама Нешка Робева. Давайте посмотрим. А поможет нашим болгарским друзьям Филипп Киркоров. Фейерверки ночи зажигай, как хочешь. Нам с тобою мало будет даже неба. На губах растает, обжигая, тает жаркое дыхание горячих слов. И я ревную тебя к любви. Ты слышишь, я ревную тебя к огню. Меня взрывают снова слова твои. А может просто я люблю. Знойные ночи для нас, если хочешь. Как фейерверком пролетят, люби короче. Только знойные ночи, короткие очень. Нам что-то снова шепчет о любви. Знойные ночи для нас, если хочешь. Как фейерверком пролетят, люби короче. Только знойные ночи, короткие очень. Нам что-то снова шепчет о любви. Фейерверки ночи мы запомним точно. Ни о чем с тобой не пожалеем больше. А пока пусть бьется в наших венах солнце. И поверь, что мы с тобою навсегда. И я ревную тебя к любви. Ты слышишь, я ревную тебя к огню. Меня взрывают снова слова твои. А может просто я люблю. Знойные ночи для нас, если хочешь. Как фейерверком пролетят, люби короче. Только знойные ночи, короткие очень. Нам что-то снова шепчет о любви. Знойные ночи для нас, если хочешь. Как фейерверком пролетят, люби короче. Только знойные ночи, короткие очень. Нам что-то снова шепчет о любви. Фейерверком пролетят, люби короче. Только знойные ночи, короткие очень. Нам что-то снова шепчет о любви. Знойные ночи для нас, если хочешь. А фейерверком пролетят, люби короче. Только знойные ночи, короткие очень. Нам что-то снова шепчет о любви. Короче, только знойные ночи, короткие очень. Нам что-то снова шепчет о любви. Знойные ночи,
Дим, хочу сказать тебе и телезрителям, что все дети, которые участвуют в нашем фестивале, конечно, большие молодцы, большие труженики. Вы не представляете, сколько труда и сил они потратили. И я думаю, что у них это все получилось. И вообще могу сказать, что нет детей не талантливых, все дети талантливые. И все зависит от нас, взрослых. Надо больше заниматься нашими детьми. Но идем дальше. На сцене представители Ростова-на-Дону. Это детско-юношеская школа «Юность». Представители дюш номер 3 Сургута, школы из Надыма. И девчонки из города Можга. Это в Удмуртии. Вместе с Димой Биланом. Встречайте. Кочуем, на погоду не глядим. Где придется, заночуем. Что придется, поедим. Театральные подмостки для таких, как мы, бродяг. Свежеструганные доски, занавески на гвоздях. Мы бродячие артисты, мы дороги день за днем. И фургончик в поле чистом, это наш привычный дом. Мы великие таланты, но понятны и просты. Мы певцы, музыканты, акробаты и шуты. Музыка и смех. Если зрители смеются, значит, празднуем успех. Мы приедем, мы уедем летом, осенью, зимой. И опять приснится детям наш вагончик расписной. Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем. И фургончик в поле чистом, это наш привычный дом. Мы великие таланты, но понятны и просты. Мы певцы, музыканты, акробаты и шуты. Это наш привычный дом. Мы великие таланты, но понятны и просты. Мы певцы, музыканты, акробаты и шуты. Дим, ну ты видишь, что наша цель – это развитие массового спорта, дать новый опыт детям, открыть новые возможности. Мне кажется, что у нас это получается. Абсолютно с этим согласен, Алина. А сейчас все внимание на экран. На сцене представительницы Азербайджана. Это сборная команда. Мы их благодарим за постоянство. Они регулярно приезжают на фестиваль «Алина».
Коллектив «Темрючанки» из города Темрюк Краснодарского края. Детско-юношеская спортшкола этого же города. Дюш номер 32 из Уфы и представительницы школы «Виктория» из Тихорецка. Это тоже в Краснодарском крае. Вместе с Нюшей. Кто от шпильки до булавки, кто от туфелек до шляпки, элегантный сама от меня без ума и весьма почтенный джентльмен седой и мальчишка любой. И когда легко и просто выхожу на перекресток, 100 автобусов в ряд неподвижно стоят и гудят машины, красоте салют. Леди, как вас зовут? Само совершенство, вы само совершенство, от улыбки до жеста выше всякий похвал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал. И простуды лечит лучше, чем микстуры, и легко без затей лучше всяких врачей всех людей спасает летом и зимой. Лишь улыбкой одной дети могут стать взрослее, только я не постарею. И опять будут все вспоминать и мечтать о встрече. Пусть пройдут года, не забыть никогда. А сейчас давайте поприветствуем очень талантливых детей школы «Каскад», что в Тольятти, представительниц Федерации художественной гимнастики Республики Марий-Эл и школу номер 10 города Ульяновска. А поет Имин. Море вернулось говором чая, песни прибоя, рассвет пробудил. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам
собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам, и ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом алым вместе с собой. Сейчас на этой сцене появятся представительницы Национальной школы художественной гимнастики Республики Куба. Кстати, Алина, как кубинки-то появились на фестивале? Ну, в 2010 году я была на Кубе в составе делегации Государственной Думы. Там и подружилась с Кубинской Федерацией художественной гимнастики. С тех пор мы каждый год приглашаем их на наш фестиваль. И к нам приходит посол Республики Куба посмотреть и поддержать свою команду. А на сцене кубинскую команду поддерживает группа «Чай вдвоем». De donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero. De donde crece la palma. Y antes de morir te quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Verde claro, yo de un carmín encendido. Me verses de un verde claro, yo de un carmín encendido. Mi verso es un chenverido que busco en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. De la tierra, quiero llamar.
she's where to chart. Colors for press the tierra. Hero in this verde chair. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, 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 Guantanamera. А теперь на этой сцене появляются представители школы «Сават», она находится в Нижнем Тагиле, и команды «Росток» из Екатеринбурга вместе с Тимуром Родригесом на фестивале «Алина-2013». Terror takes the sound before you make it. Yeah. You start to freeze as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed. 'Cause this is thriller, thriller night, and no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's thriller, thriller night. You're fighting for your life inside a killer. Well, up to run. You feel the cold hand. I wonder if you'll ever see the sun. You close your eyes and hope that this is just imagination. Girl, but all the while you hear the creature creeping up behind. You're out of time. Against the thing with 40 eyes, girl. Ooh, you're fighting for your life inside a killer thriller. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighbor. На сцене представители спортклуба «Нефтехимик» Нижний Камск,
Детско-юношеской спортшколы номер один из Елабуги, школы номер один из Лениногорска, представители Республиканской школы Олимпийского резерва Республики Калмыкия из Дюшор Гармония, город Челябинск. Дим, ну посмотри, очень интересная идея номера. Про связь времен, про связь художественной гимнастики не только со спортом, но и с культурой. И, уважаемые друзья, не будем забывать, что именно наша страна подарила миру прекрасный вид спорта, любимую художественную гимнастику. А колыбель художественной гимнастики – Санкт-Петербург. Сейчас мы услышим заводную калинку. Центр художественной гимнастики «Жемчужина», Санкт-Петербург, школа Ольги Капрановой из столицы России. Дюшор МГФСО, тоже город Москва, и сборная команда Чехова, что в Московской области, вместе с коллективом «Домисолька», группой «Киндер Микс» и дуэтом «Баян Микс». Вот такая гимнастическая сборная. Положите вы меня.
Внимание, встречаем на сцене фестиваля «Алина-2013» детско-юношескую спортшколу номер один из Смоленска и представителей ДЮСШ «Звезда» из местечка Рыбное, что в Рязанской области. Очень красивый номер. В этом номере принимает участие не только гимнастки, но еще и эквилибрист Владислав Золотарев. А также певица Слава, Ярослав Дронов и театр «Домисолька». Ни дождика, ни снега, ни пасмурного неба в полночный безоблачный час. Распахивает небо сверкающие недра для зорких и радостных глаз. Сокровища вселенной мерцают, словно дышат. Звенит потихоньку зенит. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит. Здравствуй. Здравствуй. Сияешь? Сияю. Который час? 12 примерно. А на земле в этот час лучше всего видно нас. А как же дети? Дети спят, наверное. Как хорошо от души спят по ночам малыши. Весело спят, кто в люльке, кто в коляске. Пусть им приснится во сне, как на луне, на луне. Лунный медведь вслух читает сказки. Лунный медведь вслух читает сказки. А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету. И это действительно так. Смотрите в телескопы и тоже открывайте иные миры и края. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля. Там высоко, высоко кто-то пролил молоко. И получилась млечная дорога. А вдоль по ней, между жемчужных полей, вместе сплывет, как белая пирога. А на луне, на луне, на голубом. Очень красиво всходит и заходит. Очень красиво всходит и заходит. Дим, ты, конечно, знаешь, что я родилась в Узбекистане, в городе Ташкенте, и поэтому наш фестиваль не обходится без восточной темы. Я тоже продолжаю болеть за ташкентский фахнокор, но все-таки давай поближе к гимнастике. Итак, на этой сцене ребята из Казани, из коллектива «Приволжанка», сборная Южной Осетии из Кинвала и представители Читы. Это школа «Локомотив»,
«Дюш» номер 9 и «Школа» номер 43. Вместе с группой «Уч-Кудук». Наливай чайханчик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь им нравится она. На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, на востоке. Что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы? Сокалы смотрят в мир, рады гостю, рады другу. Здесь застолье, но не пир. На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, на востоке. Что за жизнь без чайханы? На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, на востоке. Что за жизнь без чайханы? Уважаемые телезрители, вы продолжаете смотреть на телеканале «Россия» фестиваль «Алина-2013». Эту песню я впервые услышала на нашем турнире. Одна из команд привезла номер под эту композицию. Так мы узнали Надежду Будневу, исполнительницу этой песни. И это здорово, что мы открываем новые имена еще и среди артистов. Ну а сейчас вместе с Надеждой Будневой новые гимнастические имена. Школа «Водник» из Находки, школа «Гармония» из Владивостока и представительницы «Дюшор» Новосибирска. Моя Россия. Черпает силы лишь Родина, нам исцеляет боль. Святая Русь мудра и седовласа. Уйдешь, обидится, но будет ждать мгновения, минуты или часа. Когда ты к ней вернешься, чтоб сказать, когда ты к ней вернешься, чтоб сказать, родная. Россия, тобой
каждый раз спешу. Военных лет несет на сердце рану, обломки храмов, стон колоколов. Россия, матушка, Россия, мама, и каждый за тебя стоять готов. Святая Русь, мудра и седовласа, уйдешь, обидеться, но будешь ждать мгновения, минуты или часа. Алина, нашему фестивалю 5 лет. Это ж настоящий юбилей. Да, Дима, и без каравая никуда. Хочу особое спасибо сказать бурановским бабушкам за теплоту, уют, который они привнесли в наш фестиваль. И на этой сцене вместе с бурановскими бабушками представители ДЮСШ из Кандалакши, что Мурманской области, команда Дворца творчества города Зеленограда, детско-юношеская спортшкола из Фрязино и представители спортклуба «Звезда» Звенигород. Я вам дом, 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 я помню, кошка жалит, кричал он.
ночи. Yes, Луизе. Уильяма Лара. Уильяма Лара, ты же в Азине. А теперь давайте поприветствуем коллективы, которые принимали участие в фестивале художественной гимнастики «Алина-2013». Приволжанка, Казань. Сборная команда города Геленджик. Дюшор Краснодара. Команда «Виктория», станица Выселки, Краснодарский край. Грация, Краснодар. Юность, Краснодарский край. Ника, Казань. ЮСШ номер один, Краснодар. Детско-юношеская школа Олимпийского резерва города Лениногорск. Юность из Кропоткина. Клуб художественной гимнастики «Левски», Болгария. ДЮСШ номер один, станица Динская, Краснодарский край. ДЮСШ один, Елабуга. Гармония, Челябинск. Федерация художественной гимнастики Республики Марий-Эл. Нефтехимик, Нижнекамск. Каскад, Тольятти. ДЮСШ-1, город Смоленск. Сборная команда города Чехов, Московская область. ДЮСШ-10, Ульяновск. Школа Ольги Капрановой, Москва. Детско-юношеская спортивная школа Калмыкии. ДЮСШ города Фрязино, Московской области. Жемчужина, Санкт-Петербург. Дворец творчества города Зеленоград. Городское физкультурно-спортивное объединение Москомспорта, Москва. Звезда, город Рыбная, Рязанской области. Росток, Екатеринбург. Детско-юношеская спортивная школа города Надым, Ямало-Ненецкого автономного округа. Сават, Нижний Тагил. Юность, Ростов-на-Дону. ДЮСШ-3, Сургут. Детско-юношеская спортивная школа города Темрюк, Краснодарского края. СОЖ номер 43, Чита, сборная Азербайджана. Виктория, Тихорецк. Команда Республики Южная Осетия, город Скинвал. ДЮСШ Республики Удмуртия, город Можга. Темрючанки, город Темрюк, Краснодарский край. Национальная школа художественной гимнастики Республики Куба. Дюшор номер 32, город Уфа. Локомотив Чита, Дюшор, Новосибирск. Звезда, Звенигород. ДЮСШ, город Кандалакша, Мурманская область. Гармония, Владивосток. Водник, Находка. Москворечье, Москва. Фестиваль «Алина» — это серьезное испытание не только для ребят и девчонок, но и для самой Алины Кабаевой. Алин, сейчас ты скажешь речь, и у тебя будет очень хриплый голос. Почему? Ну, потому что у меня пропал голос, я очень переживала, и вместе с детьми с утра до вечера сидела в зале и работала с ними. Вот поэтому. Но самое главное, что набралась мужества и, тем не менее, выступила перед переполненным залом. Дорогие друзья, нашему фестивалю 5 лет. Вы знаете, я счастлива, что за все эти годы он стал грандиозным спортивным детским праздником. Если в первый год у нас участвовало 300 гимнасток, то в этом году, вдумайтесь в эту цифру,
более 800 детей со всей России, от Краснодара до Владивостока. Ну и, конечно, по традиции к нам приехали другие страны. Это Азербайджан. Спасибо вам, девочки. Куба, Болгария. Спасибо большое. Хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам делать этот фестиваль. Спасибо вам, мои друзья. Спасибо, моя команда. Спасибо вам большое. Спасибо нашим участницам, которые подарили сегодня такой праздник. Вы большие молодцы. И давайте им поаплодируем. Они заслужили это. Молодцы! Молодцы! Это все вам! Молодцы! Зал весь кричит. Мы хотим сказать, что... Ну, не сказать, показать нашим фестивалям. Не бойтесь делать первый шаг. Действуйте. Верьте в себя. Как это сделала сегодня наша маленькая героиня Миленочка. Ну что, Милена, вперед, давай. Алина, ну а теперь совсем другое дело. Мы видим, что все у Милены получается. И это уже настоящая, готовая, юная, талантливая спортсменка. Но опять же, я еще раз хочу повториться, что все дети талантливые. Самое главное, не бояться делать первый шаг. И все зависит от взрослых. А еще на фестивале Алины есть замечательная традиция всем вместе исполнять гимн фестиваля. Самые-пресамые, замечательные песни. И поют ее все.
зрители, я не устаю повторять, что дети – это будущее нашей страны, нашей великой страны России. И то, каким оно будет, зависит и от нас с вами. С праздником вас! Спасибо всем!